Перед просмотром советую тебе канал Паровозика. Тыкаем кнопку подписаться, заходим в видосики, смотрим то, что нам интересно. Вот мне, к примеру... Блять, пока что нихуя не интересно. Все, подождите. Сам сборка для слабых ПК под копты. Не, я больше люблю смотреть ролики короткие, которые длятся максимум одну минуту. В принципе, их довольно много. Вот, например, вот это Wolf RP Frogmovie. О. Ну вот, вот так вот он тащит, в принципе. Лайк тащеру. Ссылка в описании, друзья. Давайте подписываемся. Всем привет, с вами Крукс. У всех вопрос, наверное, назрел, что за новый состав. Сразу отвечаю, это тот же самый состав XZ, только мы проводим новый набор туда. Как вы все помните, мы раньше всех принимали туда, когда люди вводили наши промокоды, регались на наши аккаунты и так далее. Сейчас капельку правила меняются. Сейчас абсолютно каждый может туда попасть. Главное это активничать, играть и в принципе все. При этом мы вам выдаем роль в Дискорде. И что самое главное, мы будем с вами собираться вместе на разных серверах. Не только на SumPRP, но в основном это будет SumPRP Legacy. Будем собираться и что-либо вытворять. Одним из примеров может послужить нападение на вояк и гостников. Вот на моих стримах это очень часто проходило в последние моменты, и думаю, многим это зашло. Вообще основной целью данного состава является просто активизация всех ресурсов. Говорю прям как депутат. Но если простым языком, это просто вместе собираться в Дискорде и играть всем составом. То есть покупать кучу тачек и так далее и куда-либо выдвигаться. Это так раньше было принято в сампе. А сейчас что-то атмосфера как-то вся угнетает. Думаю, вы это сами заметили, когда люди стали, так скажем, одинокими в сампе. То, что все играют в соло. И на самом деле это достаточно страшная картина. Это нужно исправлять. Любому желающему я могу выдать роль в Дискорде под названием ExeCrew. Также закинуть вас в нашу конфу. Там 200 участников с лишним. И будем с вами вместе собираться и играть. В скором времени собираюсь залететь в GTA 5. Там будем играть. Ну, ясное дело, помимо SumPRP будем также заходить и на DM сервера. И будем там с вами тренироваться. Также хотелось бы подрифтить. Потренировать свой скилл в дрифте. Ну, в общем, думаю, все понятно. Вся информация будет в описании. SumPRP, Legacy, мой ник Крукс Качика, промокод хэштег Крук. Кстати, я вас буду принимать в сквад. Вот список моих сообществ XZ. Просто подходите ко мне, я вас буду туда принимать. Главное, находите меня в игре. Ну и в принципе все. Сейчас я покажу вам парочку веселых моментов с геймплеем. Надеюсь, вам понравится. Можете поставить лайк, подписаться. О, кстати, тут пишут, желающим вступить в армию по контракту. Кстати, почему бы и нет? Почему бы нам в дальнейшем всем составом не вступить в армию и не хуярить тех же гетто игроков? Думаю, это опять же будет интересно. Ну, в общем, всем приятного просмотра. Тут вообще с брониками какая-то мафия гоняет, слушайте, вон. Ой-ой-ой-ой. Что за ОЕ? Сейчас я поставлю. Стой, 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 дай на кулак. Давай на кулак. Да, и так сойдет. Я на отказ убил. Я убил на отказ. Вот третий у меня. Блять! Окей. Не возьмут, он уже сказал повестку. Ой-ой. Господи, как я выжил? Шок. Шок-контент, ребят. Шок, как я всех убил. Делаем бегит. Бегит рашинг. Что со мной? Что я вытворяю? Это было тупо, конечно, но сойдет.
Блять, нет! Не надо туда ехать! Понимаю. Ой, там еще один. А вы его что, не видели? Там еще он один. Как странно, я его убил. И я его еще убил. Еще убил. И я его убил. Что, простите? О! Что? Что произошло? Блин, я еще не поел, ребята, подождите. Подождите. Ой, как вкусно. Ой-ой-ой. Что у меня в жопе? Это что, простите, у моего скина? Блять, аж неудобно стрелять. О! Чего? Паду? Промазал. Я опять куда-то провалился. Чё за бред? Минус. Минус. Что, на меня упадет, что ли? А чё, они прямо сюда падают? Здрасте. Ой. Ой, там две тени стреляются друг с другом. И кто кого убил, я чуть не пойму. Наверное, Рифа Баласа убила. Понимаю. Бля, ебать, они на Децеле остались. Блять, как я промазал. Они сверху. Да, в них тяжело там попасть. Меня сейчас зажмут и отхуярят. Или нет? Я живой, серьезно? Вот в пиксель попал, охренеть. А им поджал. Пусть никогда такого. Ой, господи. Это что? Это что, простите?